Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы уже сразу захлопали. Мы ничего не успели еще сыграть и сказать. Спасибо, что сегодня пришли, несмотря на пониженное давление. Мы его сегодня постараемся повысить. И помогать в повышении давления мне сегодня будет Антон Ревнюк с контрабасом. Антон Ревнюк. Игнат Кравцов сегодня с ударами. Впрочем, как и всегда. И откроем мы наше выступление с композицией, которая плавно перетечет в другую композицию. Первая композиция называется «Сказка», а вторая «Небылица». Thank you.
Thank you.
Спасибо большое, дорогие друзья. Не пытайтесь повторить это дома, потому что это первый раз мы исполняли вечер в таком темпе. Сейчас все-таки мы сбавим обороты и сыграем совершенно новую композицию. Точнее, композиция не новая. Антон ее написал достаточно давно. Как давно? Ого, лет 15 назад, ничего себе. Думал, он моложе. Композиция называется «Крестики ноги». Thank you.
Крестики нолики. Антон Рыбин. А сейчас Антон сменит свой деревянный контрабас на не менее деревянную бас-гитару. И мы сыграем композицию, которая была специально написана для него мной в знак большой любви. Называется «Для Антона». Thank you.
Thank you.
Спасибо большое, это был «Нет слез». Кстати, многое из того, что мы сегодня играем, можно слушать вот на этом диске, но не просто так, а вместе со струнным квартетом. Так что, если вас интересует, обязательно подходите, и мы что-нибудь придумаем. А сейчас мы сыграем композицию, цель которой обязательно в конце ее разорвать. Называется она «Рваная танка». Мы попробуем это сделать в очередной раз.
дамы и господа, Владимир Красков. Как всегда, порвал. Что и требуется. А сейчас мы всеми своими силами постараемся унести вас на какой-нибудь берег какого-нибудь лазурного побережья и сыграть композицию под названием «Море». Thank you.
Thank you.
Спасибо большое, дорогие друзья. Это была композиция Антона Рибняка, называлась «Признание». Конечно же, это признание в любви к вам. Спасибо. И так как мы постепенно движемся к ночи, то мы сыграем вам колыбельную. Это была и колыбельная, но не последняя композиция. Сейчас мы сыграем последнюю. И я, немножечко забегая вперед, хотел бы вас всех пригласить
на концерт в Доме музыки, который состоится 13 октября. Это будет необычный концерт под названием «Tribute to Joni Mitchell». Если вы знаете такую певицу, композитора, песенника. В общем, это очень интересная личность, и мы посвятили концерт ее творчеству. И в концерте примут участие такие замечательные наши российские вокалисты, как Алена Томинцева, Тина Кузнецова, Наня Ева. Так что всех приглашаем 13 октября в Дом музыки, театральный зал. И завершим мы свое выступление композицией под названием «С востока на запад». В ней попытался объединить тенденции музыкальные как восточные, так, собственно говоря, и западные. «С востока на запад». We'll be right back.
Игнат Кравцов. Игнат Кравцов. Антон Ревнюк. Меня зовут Евгений Лебедев. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо Никите, нашему звукорежиссеру. Спасибо большое. Спасибо большое, друзья. Я прям почувствовал, как давление все-таки из пониженного перешло в нормальное, по крайней мере, у нас. Спасибо вам большое. И в заключение мы сыграем композицию, которая больше известна в роковых кругах. Но мы любим все, и даже рок.
микрофон. Антон Игнюк, меня зовут Евгений Лебедев. Спасибо большое.